значит, встаем на колесо. Толчковую ногу, либо левую, либо правую, которая у вас, вы ставите на колесо, прижимаете плотно к колесу, можете опереться об предмет и поднимаете эту ногу и прижимаете сразу вот сюда. Раз, все, вы встали, сошли, встали, сошли, встали, сошли. Вот. Дальше вы должны продвигаться вперед, обязательно. Вперед, назад, вперед, назад. Придерживайтесь, если надо. Вот. Но самое главное, как вы сможете двигаться без опоры. А без опоры вам придется всегда ловить центр тяжести поворотом колеса туда, куда вы падаете. Вот смотрите. То есть вот вы едете, вы падаете вот сюда, подруливаете, сюда, подруливаете, сюда, тоже подруливаете. То есть везде вы должны подруливать. В обычном состоянии вы идете, делаете шаг вперед. Идете, делаете шаг вперед. Здесь же у вас две ноги вместе. Вот. То есть вам приходится прыгать. Сюда падаете, сюда подпрыгнули, сюда, сюда подпрыгнули, сюда, сюда подпрыгнули. Либо вот так. Раз, а на колесе вы подруливаете и подъезжаете. Если вы просто идете, то вы падаете сюда, а на колесе вы подруливаете и подъезжаете. Две ноги вместе. Вот. Все.